Вас приветствует Алена Арес. Узнайте, что же принесет вам четверг. Девочки, четверг принесет вам какие-то волнения. Из-за чего будете волноваться-то? Из-за какой-то поездки будете переживать. Поездка, у кого-то может быть возвращение. А кто-то будет переживать из-за встречи с мужчиной. Причем на встречу может быть как вы поедете, так и он. То есть либо он к вам, либо вы к нему. Но факт остается фактом, встреча. Вот. Ну а для кого-то из вас вполне возможно, что познакомитесь в поездке с мужчиной. Мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Мужчина с чувствами к вам, ну, прям сразу. Да, может быть седой или лысый. Да, вот видите, встреча будет. Хотя будет еще некоторый момент неопределенности этой встречи, но она все равно будет. Еще появится тоже в ближайшие дни, в четверг, да? Девочки, в четверг. Я еще не переключилась с прошлого предсказания. В четверг какой-то бывший еще появится. Вот. Так, еще деньги крупные вам идут в четверг. Но я думаю, что бывший, я никогда не оговариваюсь просто так. Хотя он тут выпал в четверг. В четверг он как-то проявится. Но реально появится в ближайшие дни, в ближайшие 2-3 дня, скорее всего. Так, да, крупные деньги какие-то вам идут прямо. И для кого-то может быть повышение в должности прям значительное или прям такое резкое повышение зарплаты в четверг. Может быть, еще придут деньги, то есть могут прийти деньги от продажи или покупки недвижимости, если у вас, к примеру, сделка запланирована на четверг, да, то есть если запланирована, то да. Если пока ничего не запланировано, то вряд ли. Вот. Но тем не менее, денежки все равно идут. Так что деньги будут. Деньги будут, двое мужчин будет в четверг. Что тут еще? Здесь еще, ну вот все равно, в любом случае будет какой-то разговор с начальством. Ну, то есть, если вы работаете. Если бизнес, может быть, с партнером. О каких-то деньгах. И, скорее всего, связано либо с повышением квалификации, повышением в должности или повышением зарплаты. Может быть, премия какая-то. То есть, однозначно, вот разговор, потому что здесь император вышел, да, то есть это, скорее всего, олицетворение вашего начальника, причем неважно, мужчина или женщина. А вот. И разговор, да, все-таки о том, чтобы как-то вас повысить или повысить вам зарплату. Для записи на личную консультацию пишите мне на WhatsApp, Viber, Telegram по этому номеру. И можете сами предсказывать себе через 5 секунд. А столько будет идти к вам книга после оплаты. Получаете книгу, задаете вопрос свой, открываете и читаете ответ. Прям сразу. То есть ничего не надо учить. Прям сразу бери и предсказывай. Скидка на книгу будет еще 6 дней, а ссылочка на книгу внизу в описании и в моем первом комментарии.